Всем доброго времени суток, Bitcoin Cloud Mining Center снова рад приветствовать вас на своем официальном канале. Сегодня у нас на обзоре проект Startup Active Limited. И данный проект нам предлагает к рассмотрению множество тарифных планов с множеством различных платежных систем. Дабы изучить проект, перейдите по ссылке, ссылка будет внизу в описании к видео или со страниц нашего мониторинга. На главной странице переключите на русский язык, чтобы иметь возможность более подробно изучить проект. И на главной странице проекта изучите более подробно всю информацию о проекте. А именно, что нас интересует? Это тарифные планы и платежные системы. Чуть ниже здесь описано пошагово, что необходимо сделать для того, чтобы принять участие в данной инвестиционной программе. А именно, зарегистрироваться, изучить весь инвестиционный инструмент, принять участие в программе и получить прибыль согласно выбранному тарифному плану. Платежные системы в проекте – это Perfect Money, Pair, Bitcoin, Advent Cash и даже криптовалюта Ethereum. Чуть ниже мы можем изучить именно тарифные планы. Как вы видите, их в проекте 6. А именно, первый тарифный план – это Light, легкий. Общая прибыль по тарифному плану – это 107% через 2 дня. То есть чистыми получается 7%. Депозит включен в выплаты. Сумма инвестиций от 10 до 50 долларов или в эквиваленте в криптовалюте. Второй же тарифный план – это план стандарт. Общая прибыль по тарифу 118% через 5 дней и депозит включен в выплаты. Чистая прибыль составит 18%. Минимальная сумма инвестиций 10 долларов, максимальная 250 тысяч или в эквиваленте криптовалюты. Тарифный план Medium подразумевает общую прибыль 155% через 12 дней, после 12 дней, и депозит также включен в выплаты. Чистая прибыль составляет 55%. Сумма инвестиций от 10 до 250 тысяч долларов. Опускаемся чуть ниже и рассматриваем дальше тарифные планы. Тарифный план Strong подразумевает общую прибыль 320%. Но после 24 дней депозит также включен в выплаты и чистая прибыль составляет 220%. Сумма депозитов от 10 долларов до 250 тысяч. Следующий тарифный план премиум. Общая прибыль уже 640%, но после 34 дней депозит также включен в выплаты и чистая прибыль составляет 540%. Сумма инвестиций от 10 долларов до 250 тысяч. И самый вкусный тарифный план – это специальный. Общая прибыль составляет 1150%, но после 44 дней. Депозит также включен в выплаты и чистая прибыль составляет 1050%. Сумма инвестиций от 10 долларов до 250 тысяч. После принятия инвестиционного решения вы можете пройти несложную регистрацию и приступить к инвестициям в данном проекте. А на главной же странице еще чуть ниже отображается калькулятор инвестора, краткая инструкция, как начать зарабатывать и описание преимуществ данного проекта. Еще чуть ниже общие новости по проекту. Для того, чтобы пройти регистрацию, вам необходимо нажать либо кнопку «Узнать больше», либо в верхнем правом углу кнопку «Регистрация», заполнить ваши регистрационные данные, а именно логин, e-mail, пароль, повторяйте пароль, соглашайтесь с условиями и рисками и нажимайте кнопку «Зарегистрироваться», после чего вы можете войти в свой кабинет по вашей учетной записи. Я же войду в свой и продемонстрирую вам функционал кабинета. Как вы видите, главная страница вашего кабинета отображает вашу финансовую информацию, а именно отображается «Доступно для снятия», «Выведено всего» и «На депозитах всего». Для того, чтобы сделать депозит в данном проекте, вам необходимо нажать на кнопку «Пополнить баланс» или слева в меню нажимаете «Пополнить счет». Опустившись ниже, выбираете сумму предполагаемой инвестиции, но не ниже 10 долларов. Выбираете платежную систему Advent Cash, Perfect Money, Pair, Bitcoin или Ethereum. И нажимаете «Пополнить счет», после чего вас перенаправят на платежную систему. После пополнения счета вам необходимо войти во вкладку «Открыть депозит», выбрать тарифный план и инвестировать сумму не ниже 10 на тот или иной тарифный план. Во вкладке «Мои депозиты» будут отображаться ваши депозиты, исходя из выбранных тарифных планов. Нашим же мониторингом сделано 3 депозита на общую сумму 200 долларов, на тарифный план Light 50 долларов, на тарифный план Standard 50 долларов и на тарифный план Medium 100 долларов. Во вкладке «История» будет отображаться история всех ваших финансовых операций по данному проекту. Во вкладке «Моя команда» будут отображаться ваша партнерская программа.
Во вкладке «Платежные реквизиты» вам необходимо заполнить ваши платежные реквизиты, на которые вы будете выводить заработанные средства. Как я уже сказал ранее, нашим мониторингом внесена сумма в размере $200 и распределена на 3 разных тарифных плана. И отслеживать платежеспособность данного проекта вы можете на страницах нашего мониторинга в соответствующем разделе и уже исходя из платежеспособности проекта принимать свои инвестиционные решения. Также рекомендую вам зарегистрироваться на мониторинге для того, чтобы иметь возможность оставлять комментарии в тех или иных разделах нашего мониторинга, иметь возможность включать или выключать уведомления о проектах, а именно о смене статуса проекта, и получать рассылку по всем актуальным инвестиционным программам. Ну и от имени администрации мониторинга мне лишь остается пожелать вам огромных заработков и до связи в следующем видео.